В Международный день супа студенты Люберецкого техникума имени Юрия Гагарина проявили мастерство в соревнованиях по приготовлению сибирского борща. Рецепт записал и наш корреспондент, пока наблюдал за ходом соревнований. Команды необычные. Студенты-повара и люберецкие депутаты. Ингредиенты одинаковые, время тоже. На все про все 60 минут. Мы довольно-таки часто участвуем в различных конкурсах, которые организует администрация города Люберец. Очень часто взаимодействуем и по другим мероприятиям с администрацией. Одно дело, когда ребята просто готовят для себя или внутри своей группы они смотрят. И другое дело, когда они выносят на суд зрителя то, что они приготовили. Площадку для проведения конкурса в очередной раз предоставила компания по производству профессионального кухонного оборудования «Атесси». Студенты могут на практике посмотреть, как это работает, какие технологические принципы, как все это взаимодействует на уровне производства. Мы провели экскурсию, показали, как все это работает изнутри. Теперь они лучше понимают, как готовят профессионалы на профессиональной кухне. Это незабываемый для них опыт. Участники проявили свои навыки и умения в приготовлении мяса, нарезке и пассировке овощей. Результат себя оправдал. Борщ уже готов. Приготовили вместе с депутатами. Получилось все вкусно. Мы уже попробовали. Вместе с тарелочкой сибирского борща к столу подали ароматные пампушки с чесноком. Студенты их приготовили тоже своими руками. По результатам конкурса победителем стал борщ. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.